отсюда! Там творится что-то неладное. Его здесь нет! Проваливай! Глупые, вы не можете всегда меня прогонять. Я войду. С виду ты сильный. Поможешь мне? А что тебе нужно? Сведения. Мой брат Салон пропал уже давным-давно. Всем все равно. Твердят, что он сбежал. Но он не оставил бы меня. Я ненавижу быть одна. Он в последний раз его видели в этой школе. Ты поможешь мне выйти? Я попробую. Ты лучше, чем кажешь. Не спеши. Что? Ты возьмешь деньги у ребенка? Я что-нибудь придумаю. Я бедная, но отдам тебе все, что у меня есть. По рукам. Думаю, учитель может что-то знать об исчезновении. Но будь осторожен. Говорят, он убил химеру голыми руками. Или он просто похож на... В любом случае... Обычно они... Почему атлеты предпочитают? Ты что, не слышал о ней? Ее открыл Фиаги. Многие тренируют. Должно быть, твой брат исчез уже давно. Да, очень. Он любил хвастаться будущими, но как он здесь? Я узнаю, что... Поспеши. Видно, Микас был прав. Происходит что-то странное. Я докопаюсь до истины. Если ты пришел поступать в школу, то припозднился лет на 10. Жаль. Похоже, ты тренируешь атлетов. Хм, ты не знаешь меня? Я Эфим, старший олимпийский наставник. Мои ученики достигают побед так же легко, как Фиаге. Кто? Никогда не слышал твое имя. Слухи ходят разные. Пропал? Глупость! Ты помнишь ученика по имени Салон? Словно наглый раб, ты смеешь врываться в мою школу? Скорее я вырву из тебя ответы! Ха! Как мило! Я почти напуган. Не хочешь испытать свои навыки? Я не буду тратить свое время и силы ради пустого места. Сдаешь позиции? Насмешки оставь при себе. Постой, я видел твое лицо. Я узнал тебя. Ты участвовал в играх. Ты чемпион, могу поклясться. Да, перед тобой олимпийский чемпион. Возвращайтесь к своим... Ты лучше всех. Скажи, что нужно, чтобы стать настоящим чемпионом. Каждый день вы должны бегать с ношей, тяжестью в две коровы на плечах. Хм,
не слишком впечатляюще. Итак, ты приходишь в мою школу, крадешь мои лавры и бросаешь вызов мне, великому Ефиму! Великий Ефим принимает мой вызов? Или он струсил? Струсил? Хо-хо-хо! Сперва сразись с учениками. Посмотрим, так ли ты силен, как... Может, с учениками должен заниматься олимпийский чемпион? Я! Они согласятся, что я компетентнее. Да неужели? Вздумал занять мое место? Может, ты отважен, как лев, Мистий? Но я разделаю тебя, как козленка. Сразись со мной, раз уж называешь себя чемпионом. О-ха-ха! Мои ученики! Ему хватило наглости бросить вызов мне, Ефиму, в стенах моей... нашей школы! Последний шанс, Мистий! Уходи, и все закончится! Ты все сказал? А, поглядим, так ли ты хорош, а? Устроим настоящий бой! Ярость Спарта... Проще некуда! Узри мощь моих учеников! Ты бросаешь мне вызов, Мистий! Моя мама бьет сильнее. Ученики, моя гордость. Это ваша преданность. Ну ладно, ладно, сдаюсь. Ты погубил мою репутацию. Как я буду учить? Гордость сгубила тебя. Я ни при чем. Ладно. Сдаюсь. Я проиграл. Расскажу, что знаю. Содержать такую школу дорого. Но мы получаем крупные суммы от одного богача. Вряд ли они любуются твоей школой. Я заметил, что они выбирают лучших атлетов. Салон был одним из них. Да. Блестящий ученик. Я не видел их после визита того... Ты понимаешь, что дело нечисто? Этот человек влиятелен. У него есть связи. Я пытался вмешаться. Такой сильный человек не должен слушать пьяницу. Я... Верно. Я был слаб слишком долго. Я все слышала! Ты стоишь здесь, пока твоих учеников похищают? Это твоя дочь? Ты плохой человек! Тебе нельзя верить! Никому нельзя верить! Я пойду и сама спасу брат! Ее брат? О, Зев! Салон и другие пропали. Довольно трусить. Не ли мог стать следующим? Я наставник. Нужно рассказать. И мне. Должен действовать. Довольно трусить. Я наставник. И... Я напился.
Нужно заниматься, чтобы превзойти Нелея. Устал? О, не то слово. Я должен превзойти Нелея. Кого я обманываю? Быть может, я не создан для игр. Похоже, ты Эд. Меня прислал Микас. Нелей? Что опять? Он поставил новый рекорд? Вовсе нет. Он спит мертвым сном. Значит, видно, повод был... А? Нелей заболел. Он был в порядке, когда поразвлекаться, но... И... Стало быть, на Перу. Карпас живет в доме на холме, однако он не... Разбей. Не спасибо, Эд. И что ж, нужно заниматься. Эд, ты станешь олимпийским чемпионом. Поверь в себя. Ты прав. Я смогу. Спасибо, что... Главное, прав... Олимпийский чемпион Эд. Звучит, что надо. Я стану лучшим атлетом в истории. Это дом Карпаса. Можно понять по запаху алкоголя. Вот что я искал. О, смотрите, кто здесь. О, Мисти, иди сюда. Ты не сможешь устоять перед этим. Эй! Поговори со мной, Мисти. Что ж, а ты не в моем. Смотрите, Микас, ты должен быть дома, рядом с Нелеем. Я много что должен. Но сейчас... Я хочу вести... Тебе не помешает... Ну так что... Я занят, Микас. Ну нет. Мой интерес совсем... Малака. А, местечко. Что ты наделал? Ты убил их всех! О, нет, нет, нет! Полководец меня прикончит! Ты связан с культом, ведь так? Что ты сделал с Нелеем? Нет, 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 нет! Рассказывай про дела с полководцем! Малака! Я помог. То есть, армии культа... Но теперь он бог... С учениками, что... Как, по-твоему... Любая их сила меркнет. В сравнении с моей... Я виноват, мисть. С твоей культисты забирают атлетов из... Ты можешь искупить вину. Жители Тасоса не чужие мне. Культ наполнил мой кошелек, но опустошил сердце. Спаси учеников, прошу. Я спасу учеников лишь ради них самих. Я... Все, освободи их.
Вроде я на месте. Помоги! Прошу! Где я? И... Спасибо! Надеюсь, одержимые гедонисты не разнесли мой дом. Помоги мне! Он сошел с ума из-за средства! Мистий! О, Зевс! Он хотел... Ты заслужил! Те пленники! Они принимали... Лекарь должен был приходить, чтобы снабжать их. Лишь у одного были осложнения. Другой, кажется, сумеет выжить. Значит, у Нелея есть шанс. Похоже на укрепленное убежище. Культ стоит воспринимать. С момента моего прибытия на Тассос у культа не осталось шансов. Культисты поплатятся за это. Пришло время отомстить. Похоже, у тебя есть план. Мы возьмем штурмом их древнюю цитадель. Ты возглавишь атаку, и мы убьем главу стражи культа. Мы нанесем им... Ты просто хочешь устранить полководца... Полководец. Этот Малака затащил меня во все это. Он возглавляет страж... Что за древняя цитадель? Это большая крепость на... Зато теперь ты виноват. Хорошо. Чудно. Надо возвращаться к врачу за лекарством. Все...
Все они мертвы. Подойди. Я нашла его слишком поздно. Если бы я знала, что он был на каменоломне. Мы бились как могли, но было уже поздно. Проклятый культ. Смотри, что они сделали. Убили всех. Моих зверьков перерезали. Нужно идти! Не лей в опасности! Идем на корабль! Уходи. Ты ничего не можешь сделать. Подожди. Ты еще можешь выжить. Помни, что я лекарь, Мистий. Я знаю, что это смертельно. Вот обещанное лекарство. Я всегда исправляюсь, да-да. Я дам его Нелею. Может помочь, но не ожидай чуда. Я тебя не оставлю. Ты можешь убить меня и прекратить страдания. Прошу тебя. Что именно случилось с этими людьми? Настоящая резня. Случились стражи культа. Да-да, началась бойня. Они пришли оставить тебе послание. Они знают, что ты где-то здесь. Я не убью тебя. Должен быть другой способ. Прошу тебя. Другой способ – долгая болезненная смерть. Прошу тебя. Мне больно. Как много добра ты мог совершить. Нужно торопиться. Не лей. Времени мало. Возмутительно. Мы ненавидим этих солдат в масках. Они должны покинуть плем нас. Зачем они сожгли дом? Сам знаешь, Малака. Проклятые солдаты пришли из своей проклятой крепости. Они решили, что Микас что-то замышляет против них. Я убью их. Солдаты — это стражники культа, и у них есть полководец. Не волнуйтесь. Да, потому что мы атакуем крепость и убьем их, верно? Все по домам. Так будет безопасней. Я сам расправлюсь со стражниками в крепости. Да, ты прав. Ты прав. Они опытные воины. Мы торговцы.
Это мой шанс взять крепость. Довольно трусить. Я наставник. И должен действовать. Жителей больше не побеспокоят стражники культа. Ты нашел их? Что с ними? Культ меня опередил. О, проклятие! Этого я не ожидал. Мы сделали, что могли. Мы что-то упустили. Я мог ошибиться в какой-нибудь мелочи. Варнава, виноваты не мы, а культ. Запомни это. Уже не важно. Лилей погиб. Меня ожидает длительный траур. Сожалею об утрате. Что с остальными жителями? Они живы? Живы. Я в одиночку напал на крепость и избавил Лемнос от культистов. Славно! Это единственная благая весть за сегодня. Спасибо тебе, Алексиос. Хотелось бы сделать больше. Знаю.
могут быть вражеские корабли. Нашего мира. Я слышу вас, братья и сестры. Кому-то сегодня по сердцу тапать. Тут... Видишь, они здесь. Боги, боги. Не хотел так надолго пропадать. Я ожидал совсем... Маскировка, а? Там что-то есть, Эмпидокл. Они готовы нас встретить. Я готов. Мои братья!
хранитель богов! Создатели вселенной! Протяните могучие руки! Возьмите меня на... Малака! А я думал, никого больше Минотавра мне убивать не придется. Я думал, что Эмпидока... Прошу! О, хвала бог... Что случилось? Где пираты? Я найду твоего брата, мой. Я не моряк, я плотник. Интересно. Я был корабельщиком. Договорились. Где искать? Остров. К западу от Биотии. Что-нибудь еще? Не знаю. Все случилось так... Мы найдем их. Он плотник. Его брат у пиратов. Нам нужен плотник. Поможет ему. Что ж, нанесем им визит! А ну, навались, парни! Идем так, словно церковь пропятки! Достаточно!
покидает вахту! Твой брат прислал меня. Болван. Всегда кто-то должен делать его грязную работу. Все плохо? Все кончено. Не думал, что умру вот так, на острове. Что передать твоим... Скажи это... Удалось найти брата. Он не выжил. Мне жаль. О, нет! 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 Богов там не было. Он здесь по моей... Копье в руке помогает мне забыть о боли. А ты возьмешь молот, если сдержишь слово. Конечно. Здесь мне делать нечего. Столько дел и столько неизведанного впереди. Ну что, есть вести о моей леди? Насчет видения с циклопом. Ах да! Фаоса и Посейдон взяли меня за руку и отвели в пещеры Анафи. Вроде я на месте.
Не подходи! Нет! Я пришел с миром. Не похож на других. Все меня обижать. Я тоже другой. Из-за этого меня всю жизнь преследуют. Ты не как все, как я. Друзья, я Полифем, ты Кроха. Да, Кроха. Полифем, я ищу женщину, которая была здесь. Давно один. Мне нужен друг. Я помогу тебе найти... Пляж! Кроха, идем! Пляж! Там женщина, помочь Полифему! Полифем, это важно. Ее звали Леда? Кроха, глупыш! Ее не звали! Она помочь! Ты не такой, как циклоп с Кефалинией. Один его глаз был искусным. Циклоп обижал Кроху. Обижал? А ты что? Я засунул его глаз козе в зад. Кроха смешной. Все, здоровяк. Теперь пляж весь твой. Рыба... Пляж красивый.
зависит от того, кто на него смотрит. Нужен друг, чтобы вместе Полифем любить стихи. Попробовать. Ты говорить никакой кроха. Кроха. Я силен, как 10 воинов. Я мог бы поднять целую гору. Как Полифем? Тяжело не раздавить маленьких. А еще? Больше всего в жизни я люблю веселиться. Вино и пение лечат душу. С другом. Полифем любит петь. Еще? Мне бы хотелось быть рядом с семьей. Последний раз я был счастлив в детстве. Славные дни. И зачем я все это говорю? Ты умеешь слушать, здоровяк. Кроха страдать, как Полифем. Тебе. Как красиво, здоровяк. И вот еще твое. Пряности. Та женщина дать их. Других подарков у Полифема нет. Возможно, именно это я и ищу. Что ж, теперь ты можешь ловить рыбу. Нужен друг. Я не могу остаться, но ты должен кое с кем познакомиться. Еврилох, знакомься, это Полифем. Полифем, это Еврилох. Покажу пещеру. Покажи мне все, мой большой друг. Никогда еще я не видел берега столь великолепного. Я хочу посмотреть все. Кроха, но большое сердце. Тебе подарок. Наемник. Я Мистий, а не слуга. Какая яр! Правда, я... Хорошо, что он тебя прислал. Так ты просишь меня. Быстро сх... Можешь больше не... Отлично! Сойдет.
Это вершины горной Анафии! Будь начеку! Я видел жуткого циклопа! Ну что, есть вести? В пещере был человек. А, Леда! Думаю, этот человек был циклопом. И она сварила из пряностей зелье. Так все и было. Леда спасла циклопа с помощью волшебных пряностей. Верно. Нужно быть с ними поосторожнее. Вдруг у нас появятся лишние глаза. Если Леда... Капитана. Вот и лагерь. Тира, я ждал большего.
Парус уже близ. Там моя жена распивала вино с прекрасной ведьмой. Нужно поговорить с ней. Свиньи голодные. Сорву тебя на куски и скормлю твоим свиньям! Смеешь угрожать царице? Вела список имен и трофеев. Этот браслет принадлежал леди.